Ленинск-Кузнецкий центр социального обслуживания на сегодня единственный в городе пункт приема благотворительной помощи для беженцев из Восточной Украины. И здесь всегда рады видеть тех, кто неравнодушен к чужой беде и имеет хотя бы малейшую возможность помочь. Акция продолжается. Люди побросали все, и в преддвериях зимы нужно им помочь. Нужны демисезонные вещи, зимние, обувь зимняя, демисезонные. По статистике, особый спрос сейчас на мужскую и детскую одежду, а также на обувь больших размеров, постельное белье, предметы личной гигиены. В ЦСО примут и хостовары, и книжки, и детские игрушки. В общем, все то, что необходимо для повседневной жизни. Огромная просьба к дарителям. Мы просим приносить новые вещи с этикетками. Возможно, вы покупали когда-то для своих ребятишек, для себя. Дети выросли, не успели поносить вещи. Может быть, и вы не успели эти вещи поносить, они у вас лежали где-то в закромах. Приносите, пожалуйста. Раз они вам не нужны, приносите к нам. Все эти вещи согреют не только чьи-то тела, но и души. Для людей, которые в одночасье потеряли все, очень нужны и сердечное участие, и забота. И если вы таким участием готовы поделиться, запоминайте адрес, телефон и часы работы Центра соцобслуживания населения. Наш пункт находится проспект Кирова, 61. Работаем мы каждый день с 8 до 5 часов. Обед у нас 1 до 2. Суббота-воскресенье – выходной. В пятницу мы работаем до 2 часов. Телефон, по которому можно задать уточняющие вопросы – 3-17-09.